Всем привет, это канал Частер, меня зовут Кирилл, и здесь мы говорим о часах. Сегодня у нас, пожалуй, один из самых красивых G-Shock за последнее время. Невероятный циферблат, звездное небо мы можем в нем разглядеть, точно так же, как и на коробке часов GM2100 MWG1A. И приобрести их вы сможете в моем магазине chasterclub.ru, ссылка будет в описании. Конечно, у Casio невероятный G-Shock в этот раз получился, и корпус не отстает от циферблата. Сталь с темно-фиолетовым IP покрытием, дополнена лазерной гравировкой, точки, изображающие звезды, вот эти перетекающие линии. Поверхности есть как матовые, так и глянцевые. Красивый рисунок. Но структура, форма сохранена, это октагон по-прежнему, это две кнопки слева, две справа, кнопки темные и темная задняя крышка, тут уже черное IP покрытие и снова гравировка, на этот раз Млечный Путь изображен, тоже невероятно красочно, полимерный материал внутри, который дополнительно защищает механизм, ну и плоское минеральное стекло, но уже под стеклом. Конечно же, циферблат, который является изюминкой часов. Все-таки здесь дизайнеры развернулись на полную. Звезды переходят из нижнего левого угла в верхний правый. Также обилие фиолетовых оттенков, желтых. Красота. Ну и синих, конечно же, тоже. Здесь вот все сохранили по функционалу, по наполнению. Однако дизайн сделан совместно с китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией. И мы об этом вскользь упоминали в нашем октябрьском выпуске новостей. Также писали об этом релизе в блоге. Действительно, оказалось, что модель превосходно реализовано, превосходно. И еще под углом на свету мы видим, что циферблат, вот этот сатинированный, перетекает от темных оттенков фиолетового к светлым. Даже внизу он ближе к желтому уже уходит. Да, красочная палитра очень богатая. Напомню, что здесь функционал следующий. Мировое время. Далее секундомер, точность 1/100 до 24 часов. Таймер тоже до 24 часов. И 5 будильников, конечно же, мы можем задать. Инверсивный, может быть, его читаемость не такая хорошая, особенно на фоне пестрого циферблата. Но, в принципе, вживую вполне себе легко разглядеть, что там у нас за цифры. А также мы можем вывести сюда не только дублирование стрелочного времени, но еще и дату, месяц, число. Плюс не забываем, что временно переместить стрелки мы также имеем возможность, чтобы считать с циферблата всю информацию. Светонакопитель на стрелках, без индексов, но LED-подсветка. Вы посмотрите, что вытворяет, как эти звезды отражаются на циферблате в темноте, ну просто прелесть, очень красиво, ну и конечно же информацию с самого ромбовидного дисплея мы тоже считать можем без труда. Габариты, как и формы, тоже не поменялись, они по-прежнему отлично сидят на моем запястье, 49,3 высота, 44,4 ширина и толщина всего 11,8, то есть такой вот вариант для средних обхватов. 16 до 19, ну, в принципе, можно и больше, потому что здесь вот как раз ремешки на GM2100 славятся тем, что отверстие последнее у них почти у самого края располагается, то есть до 22 сантиметров почти подходит он, ну и где-то от 14, если уж совсем хотите на детскую руку их взять, например, ребенку своему. Кстати, ремешок могло показаться, что черный, нет, он, во-первых, полупрозрачный, во-вторых, он темно-темно-фиолетовый. Черная здесь пряжка и тренчик стальной. Ну и вес, кстати, небольшой, всего 72 грамма. Да, часы, конечно, броские, яркие и
это однозначно вариант для тех, кто любит привлекать взгляды. Они будут бросаться в глаза однозначно, и сочетание идеально будет вот как раз под вечерний выход с какой-то casual одеждой, как раз таки ночное небо. Ну и вариант для души это для тех, кто вот хочет себе такую необычную привлекательную модель. Конечно, с костюмом ее сочетать вряд ли получится, а вот так на лето с футболкой отличный вариант. Особенно с фиолетовой одеждой, я думаю, будет 100% матч. Ну и мы можем вспомнить в этой серии граффити модель оранжевого цвета. Теперь с ней конкурирует наш сегодняшний представитель за звание самой яркой среди Gen 2100. Ну здесь просто невероятный циферблат и корпус. Циферблат, какие цвета, как он ведет себя в темноте, просто здорово. Ну и все по-прежнему джушоковское, наше любимое здесь осталось. Водная проницаемость, противоударность, надежность, функционал, плюс сталь. Как раз вариант для тех, кто не хочет себе полностью пластиковые часы из полимерного материала. Нет, сталь уже выглядит более премиально. И, кстати, модели то вы сможете приобрести, естественно, у нас в магазине chesterclub.ru, как и многие другие серии Gen 2100. Широкий диапазон от сдержанных и классических до дерзких и красочных, как сегодняшняя. В конце хотел бы узнать и ваше мнение по поводу этой модели. Обязательно оставьте его в комментариях под видео. Если оно вам понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. На этом все. Всем пока.